Да. Знаешь, что хотел спросить? Ты всегда очень модный, всегда очень модно одеваешься. В чем твой секрет? Какие-то, может быть, еще посоветуешь модные вещи, которые сейчас в тренде? Слушай, ну вообще я на самом деле достаточно дорогие вещи покупаю очень. Вот. Ну это видно, да. В фирменных магазинах одеваюсь. Так. Ну вот, например, сейчас я купил перчатки одни на зиму. Ну это вообще, как бы, я вложился в них, действительно. Сейчас я покажу, короче. Ты сейчас серьезно? В смысле? Смотри, настоящий шерсть. Видишь? Это как вообще пик моды сейчас. Вот. Девчонки вокруг ходят, сразу смотрят, настоящий мужик, понимаешь, идет. Причем вторая перчатка там обязательно другого цвета. Вот. Вот такая вот становится. И как бы ты, ну, ты очень прикольно выглядишь. А почему ты улыбаешься? Ну, потому что я просто достал третью перчатку, которая идет в комплекте с этими двумя. Вот. Это черная перчатка, да? Ее одевают именно по черной пятнице. Спасибо, Нил, ты действительно очень модный. И телефон у тебя классный. Спасибо, пока. Конечно.